В Москве стартовал престижный международный конкурс пианистов имени музыканта-виртуоза Владимира Крайнева. Всего поступило более 200 заявок из 33 стран. Предварительные прослушивания прошли зимой, и вот теперь лучшие из лучших в трех возрастных категориях поборются за почетное звание лауреата. Победители получат денежные премии, а также возможность выступать на фестивалях под руководством маэстро Владимира Спивакова. Финал 1 апреля, в день рождения Владимира Крайнева. В этом году ему исполнилось бы 75.